This conference will now be recorded. Так, 18:00. Всем добрый вечер. Рады вас приветствовать на Дне открытых дверей, дипломная программа «Экономист-аналитик». Мы сегодня будем с вами разговаривать о профессии экономиста-аналитика. Так, я передаю... Оксана, добрый вечер. Я передаю вам роль. Одну минутку. Добрый вечер. Слышно меня? Да, добрый вечер. Слышно? Ага, вас... добрый вечер. Елена Владимировна. Еще раз приветствую, да, уважаемые слушатели. Меня слышно, да, все в порядке? Так, Оксан, я вам роль передала, пожалуйста. Скажите, все удачно. Да, сейчас, секунду, да. Видно, все видно, да? Правильно я понимаю? Да, отлично. Угу. Сегодня у нас с вами программа дипломная «Экономист-аналитик». Немножко расскажу про наш центр и про себя. Меня зовут Ребенко Оксана, я являюсь менеджером по трудоустройству в нашем учебном центре «Специалист». Специалисту, нашему учебному центру «Специалист» при МГТУ имени Баумана исполнилось 30 лет, и 30 лет мы учим людей. Я являюсь, как я и сказала, менеджером по трудоустройству, помогаю нашим выпускникам найти работу после обучения у нас. Немножко по цифрам, да, не скучная статистика. Учебный центр «Специалист» выпускает более 1 миллиона 250 тысяч выпускников в год. У нас более 35 тысяч корпоративных клиентов. Мы учим более чем в 60 учебных классах. Наши преподаватели, эксперты, и их более 250 человек. И самая, наверное, одна из самых важных цифр, то, что в «Специалисте» более 1000 курсов. В основном у нас курсы по IT-направлениям и менеджменту. Это основные наши направления. Также у нас есть soft skills и различные направления, которые сейчас не менее востребованы на рынке труда. Какие наши ключевые преимущества? Работодатели высоко ценят наших выпускников. Мы зарекомендовали себя как учебный центр, который выпускает высоких профессионалов. Мы помогаем нашим выпускникам в трудоустройстве, и это важно при выходе на рынок труда, да, то есть рекомендовать себя как профессионала.
Профессиональные консультации по выбору курса или направления обучения вы можете всегда получить у наших менеджеров. Связь с менеджерами можно поддерживать по электронной почте, можно позвонить, либо обратиться в любой из наших учебных комплексов. У нас 5 учебных комплексов, которые находятся в центре Москвы, в шаговой доступности от метро. Мы гарантируем высокое качество обучения. Мы учим по Бауманской методике. И у нас практика идет параллельно с глубокой теорией. Это очень важно. Не менее важно то, что учебный центр-специалист гарантирует расписание занятий. У нас группы не откладываются, никогда не переносятся, и мы гарантируем день обучения. Проходит обучение у нас в различных форматах. Это очное в классе, онлайн-обучение в виде вебинаров, открытое – это обучение в записи, где есть возможность остановить запись и задать вопрос преподавателю, который присутствует во время обучения. То здесь вы можете идти в своем темпе обучения. И очно-заочное – это группы выходного дня, вечернего. Также учебный центр-специалист выдает после обучения престижные сертификаты российского и международного образца. Сертификаты у нас делятся на удостоверение о повышении квалификации, дипломы, вот как сегодня у нас будет дипломная программа, и, соответственно, сертификаты международного образца наших вендоров. Хочу вам представить сегодня нашего преподавателя, ведущего преподавателя центра, Циба Елену Владимировну. Она расскажет нам про курс «Экономист-аналитик». Елена Владимировна, преподаватель более 10 лет, с опытом более 10 лет, и в нашем центре ведет достаточно большое количество курсов, связанных с финансовой сферой. Елена Владимировна, передаю вам слово. Да, Оксана, забираю роль. Так, секунду. Так. Елена Владимировна, все, передала вам право. Угу. Спасибо. Одну минутку. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Презентацию видно? Да, Елена Владимировна, все, вас слышно хорошо, презентацию видно. Спасибо. Угу. Спасибо. Уважаемые коллеги, еще раз добрый вечер. Мы сегодня с вами будем говорить о дипломной программе в рамках дополнительного профессионального образования, которая называется «Экономист-аналитик». Вот такое вот интересное название, да? Вот нам нужно разобраться, собственно, кто же такой в компании «Экономист-аналитик». Я буду очень вам признательна, если от вас буду получать обратную связь, да, если у нас будет с вами формат диалога некого, вы будете со мной делиться своими мыслями, ну и, соответственно, я потом резюмирую, что называется, ваши высказывания, да, подведу к какому-то итоговому знаменателю. Если мы с вами, вот, допустим, откроем какой-нибудь сайт по трудоустройству, любой, то вакансия, именно как звучит экономист-аналитик, именно такая вакансия, да, в последнее время достаточно уже нередкая. Но хочу сказать, что эта вакансия новая, ранее таких вакансий мы с вами не наблюдали. Ну, требовались аналитики финансовые, требовались бизнес-аналитики, тоже такое последнее веяние, требовались экономисты. Но чтобы экономист-аналитик, это, в общем-то, скажем, такая модная, новомодная вакансия. А вакансия или название должности человека в компании может звучать абсолютно по-разному. Мы сегодня с вами не говорим о должности, да, о наименовании должности, мы говорим больше о компетенции. И вот на данном слайде, который сейчас перед вами, я изложила должности в порядке возрастания профессионального уровня.
На всех этих должностях компания требует от специалистов компетенций. Компетенций кого? Экономиста-аналитика. Непосредственно экономист-аналитик. Далее. Ведущий или главный экономист-аналитик. Начальник отдела. Какого? Планово-аналитического, финансово-аналитического, может быть, планово-экономического отдела в рамках финансовой дирекции какой-либо компании, но, тем не менее, компетенции экономиста-аналитика от начальника отдела требуются. Директор по экономике, директор по финансам и самая такая высокая профессиональная ступенька – это заместитель генерального директора по экономике и финансам. Еще раз повторюсь, в зависимости от того, какие размеры компании, какие размеры структурного подразделения, куда ищут специалиста, в зависимости от того, какой уровень профессионализма требуется, должность может звучать по-разному. Наша сегодня с вами задача разобраться, собственно, что ждет высший менеджмент, что ждут собственники компании от экономиста-аналитика. Вот на ваш взгляд, коллеги, пожалуйста, напишите в чат свое видение, можно своими словами, можно фразами. Как вы считаете, что человек, что он должен делать, что от него ждут, за что он должен отвечать? Кто такой экономист-аналитик? Кратко, как вы думаете, что от него ждет менеджмент компании? Что экономист-аналитик должен делать? Я начну вам рассказывать. Если экономист – это тот человек, который знает, как что-то посчитать. Экономист-аналитик знает, что нужно считать конкретно и в какой момент времени. Каких-то определенных обстоятельств. Анализ финансовой деятельности организации. Я согласна с вами абсолютно. Глубокий анализ. От себя хотелось бы добавить. Это, да, одно из направлений деятельности специалиста данной профессии. Сергей, эхо сейчас убрала? Исчезла. Да, спасибо. Это у меня что-то было. Так, еще, коллеги, смелее. Как считаете, какие еще направления деятельности охватывает данная профессия? Вот анализ финансовой деятельности организации мы уже с вами назвали. Еще что? Прогнозирование. Прогнозирование результатов деятельности. Да. Планирование деятельности в каком-либо контексте. Возможно, и очень часто для принятия управленческих решений. И еще, что бы мне хотелось добавить от вас, я не увидела, это понимание принципов управленческого учета, использование данных управленческого учета, может быть, даже координация системы управленческого учета. Так вот, если мы будем говорить про данную профессию, то в связи с чем вакансия появляется в компании? Давайте разберемся. Что хотят собственники бизнеса, что хочет высший менеджмент? Никто не хочет что-то терять. Речь идет об излишних потерях, затратах, излишних тратах. Этого не должно быть. Также собственники не хотят упускать какие-то возможности. Не должно быть потерянных возможностей бизнеса. В определенный момент времени возникают перспективные направления деятельности. У компании есть возможность появиться где-то на каком-то рынке в нужное время, да, в нужном месте и так далее. Собственники не хотят потом жалеть об упущенных возможностях. Да, я сейчас в параллель читаю ваши ответы. Расширение компании, увеличение прибыли. Еще про прибыль пишете. Абсолютно верно, согласна с вами. Так вот, в контексте вышесказанного, какие основные задачи? Увеличение прибыльности компании, сокращение затрат, но сокращение разумное, может быть, даже лучше сказать, оптимизация затрат.
увеличение эффективности деятельности абсолютно во всех службах, во всех подразделениях и по всем бизнес-процессам компании, потому что неэффективные процессы обходятся компании дорого. И достижение стратегических целей и задач. Вот все, что я вам сейчас перечислила, может быть, вас несколько насторожило с точки зрения того, что вы подумали, а разве не генеральный директор, а разве не высший менеджмент должен за все это отвечать? Да, несомненно, генеральный директор принимает окончательные управленческие решения. Но для того, чтобы их принять, эти решения должны сначала появиться, созреть. Должен быть кто-то, кто генерального директора к чему-то подготовит, на что-то настроит, даст какую-то информацию ценную, важную для бизнеса. И вот этим связующим звеном, да, этим координатором, этим аналитическим центром как раз-таки выступает специалист по названию экономист-аналитик. Должность при этом он может занимать абсолютно любую. На экономиста-аналитика возлагаются очень большие надежды в компании, как вы уже догадались. При этом экономист-аналитик может заслужить достаточно высокое положение в компании благодаря своей работе. Эта работа очень интересная. Основная задача экономиста-аналитика – обеспечение эффективности определенных бизнес-процессов и бизнеса в целом. Эффективности процессов каких-либо, да, и эффективности бизнеса в целом. Посредством чего? Посредством вынесения каких-либо перспективных предложений на рассмотрение высшему руководству. Это некий генератор идей. Экономист-аналитик знает компанию, знает специфику компании, выявляет закономерности экономических процессов, находит негативные и позитивные факторы, влияющие на эффективность деятельности компании. Работает с отклонениями, понимает, какие отклонения возникли, по какой причине, возможно, воздействует на персонал через систему мотивации. Разрабатывает, соответственно, комплексы мер, мероприятий, повышающих эффективность деятельности. Анализирует для этого информацию и воздействует для этого на основные корпоративные менеджмент-системы. Вот это очень важно, коллеги. О каких менеджмент-системах идет речь? В первую очередь о системе управленческого учета. Экономист-аналитик получает важную, оперативную, достоверную информацию из системы управленческого учета для того, чтобы ее обрабатывать и вносить какие-либо рекомендации для собственников касательно деятельности бизнеса. Соответственно, система управленческого учета должна, ну, не побоюсь этого слова, быть идеальной. Что придется делать экономисту-аналитику для того, чтобы она была идеальной? Наверное, вносить в нее некие изменения, некие коррективы, да? То есть это тоже одно из направлений деятельности экономиста-аналитика. Менять менеджмент-системы, менять их под, ну, так скажем, под себя, для того, чтобы они давали необходимую аналитическую информацию. Помимо управленческого учета, другие менеджмент-системы имеют место быть здесь. Прогнозирование, бюджетирование, может быть, даже, скажем, система бюджетного управления, когда компания управляется посредством системы бюджетирования, благодаря ее наличию, система мотивации персонала. И, конечно же, еще одна важная задача, вокруг которой мы сегодня так или иначе с вами, да, вертимся, это непосредственное принятие участия в управленческих решениях. Что для этого требуется? Вот если мы говорим о таком человеке, важном и нужном в компании, да, что нужно, чтобы таким человеком стать? Ну и наверняка вы сейчас мне ответите, хором нужен опыт работы в области финансов и экономики. Несомненно, нужны профессиональные компетенции в данной области. Но если у нас есть опыт работы, а не хватает знаний, то это тоже не совсем хорошо, да? Помимо опыта, мы также должны знать, какие научные методы, подходы, инструменты в какой момент нужно применить.
И еще нам нужно владеть аналитическими IT-инструментами. В работе экономиста-аналитика это тоже немало важный такой, скажем, процесс применения IT-инструментов в своей работе. Экономист-аналитик непосредственно работает с инструментами, методами, принципами экономического анализа. Экономический анализ – это механизм, с применением которого разрабатываются, реализуются какие-либо программы, а мы их будем с вами называть перспективные, да, программы по повышению эффективности бизнеса. Используя методы, инструменты, приемы экономического анализа, которые мы с вами должны, несомненно, очень хорошо знать, владеть ими, что нам позволят, что нам дадут? Они нам позволят получать данные для оценки результативности каких-либо программ политик. Будь то налоговая политика, будь то кредитная, маркетинговая, инвестиционная, финансовая политика или даже финансовая стратегия. Они нам дадут понимание соотношений спроса-предложения на рынке, на котором действует компания. Дадут понимание состоятельности ценовой политики, которую ведет компания. Понимание приоритетности каждого направления деятельности, каждого процесса, каждого выпускаемого продукта. Но какие-то продукты бывают, пользуются хорошим спросом, но имеют маленькую, недостаточную, невысокую, да, маржу. Какие-то продукты, наоборот, наиболее маржинальными являются, но что касается спроса на эти продукты, то он страдает. Мы должны с вами понимать, какие продукты, в какой период времени, для какой целевой аудитории компания должна реализовывать, продавать для того, чтобы увеличивать прибыль. Понимание возможностей и ограничений компании с точки зрения спроса на продукты, да, какие-то могут быть у нас еще ограничения с точки зрения процессов производственных, мы бы рады что-то делать, но не можем, у нас есть узкие места. Ограничения ресурсов, опять-таки, экономист-аналитик знает проблемы компании и предлагает перечень мероприятий для их устранения. Что помогает ему в работе? Несомненно, инструменты экономического анализа. И последнее, что мы здесь видим, понимание экономических рисков по определенным сценарным подходам. Если у вас есть какие-то вопросы, или, может, вы меня как-то хотели бы дополнить, да, что-то хотели бы от себя добавить, сказать, пожалуйста, пишите в чат. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы, прокомментирую все, что вы говорите, что вы, все, что вы считаете. Следующая моя задача на сегодня – рассказать вам о дипломной программе. О дипломной программе «Профессия экономист-аналитик». Если вы проходите данную дипломную программу, что это вам дает? Программа даст понимание эффективной организации работы финансово-экономических служб. Что финансово-экономическая служба должна делать для того, чтобы быть эффективной? Какие направления деятельности финансово-экономической службы должны обязательно быть? Глубокое понимание финансово-экономических процессов, взаимосвязь которых мы часто с вами, финансисты, да, видим за какими-то финансовыми показателями. И иногда достаточно проанализировать один показатель, всего лишь один, чтобы ответить на массу вопросов. Все мы с вами работаем с финансовой отчетностью. Опять-таки, если мы увидели в финансовой отчетности, что какой-то показатель очень резко снижается или наоборот повышается, это нехорошо для компании, наша компетенция должна нам позволять понимать причины этого. Формировать и анализировать финансовую и управленческую отчетность организации. Несомненно, наша основная область деятельности – это финансы и экономика. Что же за финансист-экономист, да, который не умеет анализировать, не умеет формировать отчетность организации? Применять инструменты управления затратами, инструменты максимизации прибыли, инструменты управления денежными потоками.
принимать эффективные управленческие решения в области корпоративных финансов. И здесь речь об управленческих решениях как краткосрочного характера, но, например, что делать компании, производить какой-то полуфабрикат дальше самим, да, или, допустим, покупать его у поставщиков, ремонтировать какое-то оборудование или взять его в лизинг. И также относительно управленческих решений долгосрочного характера, в какой инвестиционный проект долгосрочный вкладывать деньги. Научить уверенно пользоваться современными базами данных. Базы данных, так скажем, большие данные, да, где очень много-много информации, дают нам широкие возможности аналитические. Наша задача понимать и выцеплять из совокупности информации самую необходимую, самую важную для принятия решений. Для этого информацию приходится обрабатывать неким образом. В помощь нам с вами приходят современные инструменты для анализа. Дипломная программа включает в себя 8 курсов. Вот давайте подробно по поводу каждого курса я попробую вам рассказать. И также я сакцентирую ваше внимание на том, какие именно курсы читаю я. Microsoft Excel – второй уровень, расширенные возможности. Microsoft Excel – третий уровень, анализ и визуализация данных. Это курсы, сразу скажу, не мои, есть другие преподаватели, замечательные в нашем учебном центре, которые вас научат использовать все возможные фишки, примочки, да, полезные инструменты Excel третьего уровня. Для аналитика очень, в общем-то, такой действенный инструмент вариативного анализа, что если оптимизации, обработки внешних баз данных, построение графиков, диаграмм, работа с пользовательскими форматами и так далее. От себя добавлю, рекомендую проходить дипломную программу, начиная именно с этих курсов. То есть сначала сходить на курсы Excel и далее уже идти на специализированные курсы по управленческому учету и по финансовому анализу. Почему? Потому что на курсе «Основы управленческого учета» у нас очень много практики. И когда мы выполняем совместно со слушателями практику, мы, конечно, пользуемся инструментами Excel. И вот если я начала вам рассказывать про курс «Основы управленческого отчета и бюджетирования», сразу скажу, что это курс мой, я его читаю, он у нас длится 32 академических часа. Что мы на этом курсе с вами получаем? Мы начинаем изучение управленческого учета с базовых классификаций затрат. Затрат в компании великое множество. Чтобы затратами управлять, нужно их в первую очередь классифицировать. Для того, чтобы затраты правильно классифицировать, нужно понимать их природу. Вот на этом курсе делаем акцент на понимание природы затрат. Дальше. Мы рассматриваем инструменты оптимизации затрат, рассматриваем инструменты оптимизации финансового результата компании и учимся формировать бюджетные финансовые модели от начала до самого конца. Начинаем с плана продаж и заканчиваем прогнозным балансом. После данного курса рекомендуется, а я вам сейчас озвучиваю ту очередность, да, которую рекомендуется все-таки соблюдать при прохождении дипломной программы, данную очередность курсов, еще раз, да, повторю, рекомендуется соблюдать для того, чтобы изучение всего материала было максимально эффективно. После курса «Основы управленческого учета» идете на курс «Практикум по управленческому учету». Все знания, ранее полученные на этом курсе, можно отработать, да, получить навыки. Курс как раз-таки нацелен на практическую отработку навыков. На курсе рассматриваются кейсы на примере каких-то конкретных компаний с определенными задачами, что в той или иной ситуации нужно сделать, что можно посчитать, какие нужно сделать выводы, какие можно дать рекомендации компании и так далее. Следующий курс
Анализ финансового состояния предприятия. Данный курс тоже я читаю, он длится 40 академических часов. Подробно рассматриваем все разделы финансового анализа, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность, анализ имущественного положения предприятия, анализ кредитоспособности предприятия, анализ рыночной привлекательности. Еще добавлю от себя анализ дебиторской задолженности подробный. План, факт, анализ и проведение анализа отклонений, элементы даже управления по отклонениям присутствуют. Основы инвестиционного анализа. Вот все это данный курс включает. После этого курса рекомендуется пойти на практикум по финансовому анализу. Для чего? Для того, чтобы опять-таки более глубоко получить отработку навыков, полученных на базовом курсе. Здесь бизнес-кейсы, задачи в составе 65 штук, проведение комплексного анализа на примере каких-либо предприятий. И еще два курса, которые мы сейчас с вами на слайде видим. Microsoft Excel уровень 6, бизнес-аналитика, это прям специалитет, да, можно так сказать, с использованием Power Pivot и Power Query и 3D-карты. Анализ данных на языке SQL. Как использовать современные базы данных, как составлять запросы к базам данным, как можно строить отчеты в различных аналитических срезах, как проводить анализ данных. Эти два курса специализированных читаю не я, да, читают преподаватели по Excel и по SQL. Но если у вас опять-таки возникает вопрос, для чего экономисту нужен анализ данных на языке SQL, в общем-то это уже язык программирования в какой-то точке зрения. Ну вот представьте, компания продает свой продукт через сайт, и все потенциальные покупатели, клиенты при посещении сайта регистрируются, заполняют о себе некие сведения, да? О регионе проживания, о том, где они работают, какой социальный статус занимают, пенсионер, учащийся, школьник, бизнес-вумен и так далее, указывают свой пол, возраст. Компания получает огромнейший набор информации, в какой период времени, в какой день недели, кто заходил на сайт, кто купил продукцию, кто не купил, просто интересовался, в какой день недели была активность той или иной категории клиентов. Может быть, это было по праздничным дням, да, может быть, это было по каким-то определенным дням недели. Эта информация важная и нужная, но этой информации великое множество. И вот чтобы в ней не заблудиться, мы, конечно, должны применять прикладные решения, некие инструменты, которые позволят быстро, надежно обрабатывать информацию и получать на выходе основную итоговую информацию в различных аналитических разрезах, в различных аналитических ключах. Дипломная программа соответствует международным стандартам. Длится программа 248 часов аудиторных занятий, можно сказать, с преподавателем, да, в классе или путем дистанционного подключения к классу. И также еще 92 часа отводится на самостоятельное освоение, закрепление, подготовку, выполнение домашних заданий. Особенность программы заключается в индивидуальном подходе к плану, графику обучения. Как я вам сказала, из всей совокупности представленных курсов, да, в общем-то, вы не можете, наверное, так скажем, никакой курс заменить на иной, хотя, опять-таки, в редких, ну, не в редких, а в индивидуальных случаях у нас и такое практикуется, что, допустим, вы очень хорошо знаете управленческий учет, и вы нашим менеджерам говорите, вот управленческий учет мне не нужен, я в нем ас, да, хочу в рамках данной дипломной программы пройти не управленческий учет, а заменить его на инвестиционный анализ. Да, вам пойдут навстречу, конечно. Но вот тот состав курсов, он, в общем-то, базовый, который вы видели. Проходить вы эти курсы можете в любой очередности, но, тем не менее, рекомендуется соблюдать определенную очередность.
вы можете индивидуально формировать свое расписание. Зайдете на сайт, увидите даты, в которые читается курс. Курсы у нас читаются достаточно часто. Вы уже строите свой график обучения. На какие даты, на какой курс, по каким форматам записываетесь, приходите, и именно в рамках этого плана вы проходите программу. Требуемая подготовка. Нужна базовые знания в области экономики и бухгалтерского учета. Как Оксана уже говорила, каждый курс у нас проводится в соответствии с расписанием курсов на сайте. Какие-то вот переносы, срывы, они практически невозможны. С нашей стороны этого не бывает. Каждое занятие длится 4 или 8 академ-часа. В зависимости от чего 4 или 8? В зависимости от того, какой формат обучения вы выбираете. Вы можете приходить учиться по вечерам с 18:30 до 21:30. По будням. Вы можете учиться, по будням, прошу прощения, да, по будням, по вечерам. Также вы можете учиться с 10 утра до 18:30, как по будням, так и в группах выходного дня, это суббота и воскресенье. Вы можете приходить в учебный центр, взаимодействовать напрямую, общаться, да, с преподавателем, со слушателями, или вы можете подключаться дистанционно, ну, так как вот вы сейчас присутствуете на нашем вебинаре. Если вы подключаетесь дистанционно, это не означает, что вы не можете напрямую общаться с преподавателем, ни в коем случае. Вы можете озвучивать свои вопросы голосом, говорить, да, какие-то свои идеи, что-то комментировать, общаться со слушателями. Ни в коем случае у нас не формат лекционный, ни в коем случае у нас формат командной совместной работы. Да? Мы смотрим теорию, переходим к решению кейсов, что-то обсуждаем, иногда даже как-то обмениваемся опытом. Очень часто слушатели, да, рассказывают, у кого что в компании в этой стезе происходило. Иногда даже как-то спорить начинают друг с другом, отстаивать свою позицию и так далее. В общем, всегда занятия у нас очень живо и интересно проходят. По итогам за каждого практически занятия преподаватели выдают домашние задания. На выполнение всех домашних заданий отводится, ну, скажем так, 45-90 минут, не больше. Домашние задания вам опять-таки нужны для отработки навыков, и в ряде случаев выполнение домашних заданий является основанием для получения аттестации, конечной аттестации о прохождении курса. По итогам прохождения дипломной программы вы получаете актуальные, свежие знания, современные, могу еще добавить. Вы получаете практический материал, рабочие файлы, те, которые будут являться для вас, ну, некой фундаментальной основой, неким фундаментом. На основе этих файлов в Excel вы потом будете уже конструировать, да, какие-то свои там бизнес-модели по своей специфике деятельности, на этот фундамент накладывать кирпичи. А материала достаточно много, и весь этот материал является вашим, вы его с собой забираете. Какой-то дополнительный материал от преподавателя, например, тесты профессиональные для трудоустройства на ту или иную вакансию, методички, ссылки на учебники, какие-то дополнительные вебинары от преподавателя. Да, очень-очень много дополнительного материала у каждого преподавателя есть, и мы тоже с удовольствием всегда этим всем с вами делимся. Практические навыки отработки знаний. Ну вот, чтобы было понимание, что такое практические навыки. Представьте, знания есть, хорошие, глубокие знания, крепкие, а опыта нету. А опыта нету, значит, знания вроде бы не применял. Но когда вы в учебном центре проходите практику, мы решаете некие кейсы, можно сказать, что у вас уже есть практические навыки формирования чего-либо. И документы об образовании, о которых вы узнаете чуть-чуть попозже. А какие вопросы очень часто задают слушатели на таких вебинарах, да, по форматам обучения?
пожалуйста, посмотрите сейчас на сайт. Возможно, у вас есть свои личные вопросы, которые вы опять-таки можете написать в чат, с удовольствием на них отвечу. Можно ли присоединиться к группе после старта курса? Например, курс стартовал, да, а вы по каким-то причинам на первое или второе занятие не попали. Да, конечно, вы присоединяетесь, вы самостоятельно отрабатываете пропущенный материал, преподаватель вам поможет это сделать. Также для вашего удобства по итогам каждого занятия появляется в личном кабинете на сайте специалиста запись занятия. Мы занимаемся, и то, что мы делаем на экране, и то, что у нас проходит в аудитории, в принципе, да, мы записываем. На следующий день после занятия вы заходите в свой личный кабинет и находите запись. Вы можете что-то еще раз посмотреть, запись прокрутить вперед-назад, да, найти какой-то определенный момент, который вас, допустим, насторожил на самом занятии. Вы можете посмотреть тот материал, который вы пропустили. И очень такой, наверное, существенный плюс, бонус заключается в том, что записи всех занятий в вашем доступе 6 месяцев после окончания курса. После каждого курса аттестацию проходить необходимо. Аттестация проходит на основании сданных вами тестов на сайте, либо выполнения какой-либо работы от преподавателя. Каждый преподаватель по своему курсу назначает определенную работу для аттестации. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на слайд. Возможно, у вас есть свои вопросы. Пожалуйста, пишите. Так, ну что, со своей стороны, я думаю, я рассказала вам все, что основным является о порядке прохождения курсов в рамках дипломной программы. Теперь мы с вами переходим к практической части нашей встречи. Эта информация касается направления деятельности по экономике и финансам, и поговорим мы о методах проведения план-факт-анализа. Наверняка каждый из вас в работе так или иначе сталкивался с этими задачами. План-факт-анализ – это сравнение фактических показателей деятельности с запланированными, да, с какими-то целевыми, потому что план в какой-то части является целью даже, мы ставим цель на будущее. Для чего мы сравниваем факт с планом? Для того, чтобы выявить отклонения. Отклонения могут быть благоприятные и неблагоприятные. Отклонения могут характеризовать выполнение каких-то показателей в натуральном финансовом выражении, да, а могут характеризовать невыполнение плана, то есть невыполнение цели. А какое-то подразделение, какое-то ответственное лицо не вышло на намеченную цель, которую мы цифровали, оцифровывали в стоимостном выражении по определенному показателю. Да? Вот наша задача не только выявить этот невыход на цель, но еще и понять причины. Все возможные причины, почему так произошло, почему так случилось. Возможно, план был некорректно установлен, возможно, что-то помешало, возможно, какие-то появлялись в деятельности компании непредвиденные обстоятельства, факторы внешние и так далее. План-факт-анализ можно проводить методом горизонтального анализа, когда мы с вами по горизонтали делаем сравнение. Из показателя фактического вычитаем показатель плановый и выходим на абсолютное отклонение, либо относительное отклонение в процентах на темп роста, на темп прироста. Да? И также план-факт-анализ можно проводить более глубинно, исследовать отклонение показателя под влиянием каких-либо факторов на него воздействующих. Но сначала нужно определиться с факторами, знать, какие факторы могут воздействовать на показатель, нарисовать модель воздействия факторов на показатель, так скажем, и дальше применить способы элиминирования, так они называются, для проведения анализа отклонений. Один из таких способов мы сегодня с вами посмотрим, он называется метод цепных подстановок. Факторный анализ, он более глубокий и приблизит нас с вами к той цели, про которую я говорила, дать ответы на какие-то вопросы, почему
мы не выполнили цели, почему мы не выполнили план, почему мы чего-то не достигли. Метод и горизонтального анализа, и метод факторного анализа можно проводить с применением инструментов гибкого бюджета. И также можно это делать без инструментов гибкого бюджета. Что такое гибкий бюджет? Бюджет компании по основным показателям или, скажем, бюджет какого-то подразделения компании, как угодно, в основе которого лежит признание различного характера поведения компании как инструмента бюджетного контроля. Вот такое замысловатое, да, понятие, давайте разберемся. А если мы с вами формируем план каких-либо затрат, зависящих от объема производства, скажем, да, затрат переменных, как мы догадались, тогда итоговые затраты плановые будут выступать неким результатирующим показателем. А какие же факторы воздействуют на результат, влияют, предопределяют этот результат? Несомненно, объем производства, объем выпуска того или иного продукта, работ, услуг, да. Помимо объема, это ценовой фактор, цена закупки или списания материалов, или, допустим, ставка оплаты персонала по какой-либо категории. И еще есть фактор, который мы можем назвать, ну, некой расходной нормой того или иного ресурса. Вот мы сейчас говорим о трех факторах, воздействующих на результатирующий показатель, на результат. И в этих трех факторах присутствует уровень деловой активности, то есть объем производства. Получается, что формируя план изначально, мы ориентируемся на один уровень деловой активности, на определенный объем выпуска определенного продукта, да? И получаем уже на выходе какие-то плановые затраты, материальные, трудовые под этот продукт. Что происходит в течение месяца, в течение там, полугодия, ну, любого периода отчетного? Уровень деловой активности, а в нашем случае план производства, он может принимать другое значение. Да? Допустим, представим, что он увеличился, возрос. Что мы тогда с вами имеем? Мы на выходе имеем и увеличение затрат на ресурсы по итоговому показателю. Ну, где-то мы с вами начинаем анализировать, думать, понимать, что в какой-то части этот итоговый показатель вырос, потому что вырос объем производства, да, это обоснованный рост. Но в какой-то части, возможно, он вырос от того, что цена или ставка оплаты была выше, чем мы предполагали, чем мы планировали. Нам это все нужно, ну, неким образом разложить по полочкам, проанализировать, просмотреть. И вот сразу возникает вопрос, а как расценивать рост объема производства? Как положительное такое событие, да? Или как отрицательное? Затраты-то растут, но растут они, потому что растет уровень деловой активности. Вот плохо это или хорошо? Ну так вот, чтобы нам устраниться, отстраниться, так скажем, да, от влияния фактора объема, нивелировать его значение, мы что можем сделать? Мы можем прибегнуть к инструменту гибкого бюджетирования. Мы можем пересчитать все показатели, зависящие от объема, на фактически достигнутый уровень деловой активности, то есть на фактический объем производства. И тогда влияние объема производства будет нивелировано, устранено. Как здесь сказано, что гибкий бюджет включает затраты переменные в прямой пропорции к достигнутому уровню деловой активности. Производится пересчет плана на фактический объем производства или на фактический объем продаж. Все показатели, зависящие от объема, пересчитываются на фактически достигнутый объем. Те же затраты, показатели, которые не зависят от объемов, они остаются в том первоначальном виде, как их изначально запланировали и утвердили. Предполагает данный бюджет корректировку в соответствии с изменяющимися объемами производства или продаж в течение бюджетного периода. Мы с вами очень часто знаем, что есть некие бюджетные корректировки, да, вот почему они происходят. Ну, кто-то что-то забыл заложить в бюджет.
где-то поменялся поставщик, где-то меняется цена, где-то меняются условия деятельности. Но ведь очень часто бывает так, что возрастает спрос на нашу продукцию, и мы понимаем, что при установлении первоначального плана отталкивались от какого-то совсем другого прогноза спроса. Значит, все наши показатели и в натуральном, и в стоимостном выражении, показатели, зависящие, да, от объема, должны быть пересчитаны оперативно. В конечном итоге этот пересчет повлияет на бюджет движения денежных средств. И бюджет движения денежных средств мы должны оперативно скорректировать. Для чего? Для того, чтобы он являлся полезным инструментом для управления денежными потоками в режиме онлайн, для формирования платежного календаря. Но если даже гибкие бюджеты не используются в процессе принятия корректировок, то есть мы оперативно не корректируем наши бюджеты, БДР, БДДС из-за роста спроса или объема продаж, то тем не менее элементы гибкого бюджета можно применять просто для анализа отклонений, и мы с вами это сегодня сделаем. Факторный метод экономического анализа позволяет выявлять изменения результатирующего показателя под влиянием факторов, на него воздействующих. А для факторного анализа, как я уже говорила, нам нужно записать, заключить некую модель или формулу, которая будет описывать поведение показателя результатирующего под воздействием, под влиянием факторов на него. Модели бывают аддитивные. Это формула, в которой мы наблюдаем знак плюс, где факторы складываются, или знак минус. Модели бывают мультипликативные со знаком умножения. Модели бывают кратные со знаком деления. И модели бывают даже смешанные. В одной формуле присутствует несколько знаков, но, например, вот такой показатель интересный – рентабельность собственного капитала, ROE. Чтобы получить рентабельность собственного капитала, мы должны взять рентабельность активов ROA и умножить на коэффициент финансовой зависимости, который, в свою очередь, сам из кратной модели состоит. Да? И ко всем этим моделям, аддитивная, кратная, мультипликативная, можно применять метод цепных подстановок, способ элиминирования. Этот метод является универсальным, он подходит абсолютно под любые модели, под любые зависимости. Что же это за метод такой? Это метод последовательной замены базисного значения фактора на отчетное для определения влияния этого фактора на результат, на результатирующий показатель. Мы последовательно меняем значение нашего исследуемого фактора с планового на фактическое, да, или с базового на отчетное. Базовое значение – это значение показателя за более ранний месяц работы, например, за январь. Фактическое значение показателя – это уже за более поздний месяц работы, например, за февраль. Чтобы применить метод цепных подстановок, нужно усвоить и уяснить два небольших правила. Вот они сейчас у нас появляются на слайде. Первое. Важно определить последовательность влияния факторов на результат. Факторы – это концепция данного метода. На результатирующий показатель влияют последовательно, в какой-то очередности, не одномоментно, не одновременно. Ну вот какой-то простой пример сейчас стоит вам привести, не знаю, из обычных природных явлений. Давайте представим, что стоит на столе какой-то предмет, и тут что происходит? Подул сильный ветер из окна, предмет упал на пол и разбился. Вот очередность. Что происходило? Ветер сначала подул, предмет потом упал, да, и потом он разбился, и содержимое этого предмета, в общем-то, или пролилось на пол, или разбилось что-то, мы уже считаем убытки как результат. Результат произошел под влиянием факторов, которые происходили в определенной последовательности, не одновременно. Что-то вперед, что-то потом, и что-то еще в третью очередь. Также и в любой модели какие-то факторы влияют на результат. В первую очередь, какие-то затем и какие-то только в последнюю. В первую очередь на результат влияют факторы количественные, еще их называют объемные.
то есть те, которые мы выражаем в натуральных измерителях. Это, несомненно, всегда объемы, объем производства, объем продаж. Во вторую очередь влияют факторы неколичественные, стоимостные, например, ценовые факторы и так далее, затратные. Но в модели может быть несколько факторов количественных и может быть несколько факторов качественных. Да? А, как, например, сейчас вам такую модель скажу, и мы будем, в общем-то, наверное, с ней работать сегодня. Затраты на основной производственный персонал, то есть прямые трудозатраты, равны объем производства умножить на нормативную производительность человека часах по категории персонала и умножить на ставку оплаты. Вот что в этой модели выражается в количестве, а что измеряется уже в стоимости. Конечно, ставка оплаты – стоимостной показатель, он будет влиять в третью очередь. Что касается объема производства, это тот фактор, который всегда первичен. Уровень деловой активности, он всегда первичен. Не будет уровня деловой активности, не к чему будет применять расходную норму в человека-часах. Поэтому расходная норма, хотя и тоже количественный показатель, но будет влиять на результат только во вторую очередь, после объема производства. Так вот, если мы с вами определились с последовательностью влияния факторов, далее следует второе правило, которое нам тоже нужно уяснить. Для определения отклонений нужно рассчитать разницу между двумя подстановками. Что такое подстановки? Подстановки – это, ну так скажу, простое переписывание формулы. Один раз переписали формулу, поставили знак минус, заключили это в скобочке. Второй раз переписали формулу, заключили в скобке. Подстановки. Модель переписывается целиком. Вот есть три фактора, мы их все три переписываем, знаки сохраняем. Если в модели там у нас знаки умножения, да, мы это все сохраняем. Нам нужно рассчитать разницу между первой и второй подстановкой. Эта разница нам скажет, на какую сумму фактор исследуемый отклонил результатирующий показатель от планового значения. В подстановке тот или иной фактор мы должны взять на определенном уровне. Какие у нас уровни? План либо факт. Или отчет, или база, да? Ну, вот если мы проводим с вами план-факт-анализ, то, конечно же, можно назвать план некой базой, да, а факт – отчетом. Так вот, каждый показатель мы берем на каком-то уровне. И здесь читаем тоже с вами некие правила. А оцениваемый, исследуемый нами фактор в первой подстановке всегда берется на отчетном уровне. Во второй подстановке он берется на базисном уровне. Почему? Да потому что, когда мы будем рассчитывать разницу между двумя подстановками, мы получим дельту этого исследуемого фактора, некую дельту. Другие факторы в подстановке сохраняются. Если мы их уберем, мы не выйдем с вами на эквивалент затрат в нашем отклонении. Мы получим какую-то смешную цифру и не будем понимать, это что вообще, рубли копейки. Поэтому мы берем все. Но другие факторы и в первой, и во второй подстановке берутся на одном и том же уровне. Что в первой подстановке, что во второй, допустим, на плановом уровне или на каком-то отчетном. Почему одинаково должно быть и в первой, и второй подстановке? Да чтобы исключить, нивелировать их влияние. И вот возникает вопрос, а на каком уровне-то их брать? На отчетном или базисном? Смотрим правила. Уже оказавшие влияние на результатирующий показатель факторы берутся на отчетном уровне. Например, когда мы говорим о том, что стакан у нас падает, мы знаем, что ветер уже подул. А если он уже подул, значит, он уже принял какое значение? Отчетное. А вот те факторы, которые еще пока по очередности своей не оказали влияние на результат, до них очередь еще пока не дошла, берутся на базисном уровне. Когда мы анализируем влияние ветра, стакан еще пока стоял, да, в том виде, в котором должен был быть. И стакан еще пока не разбился, значит, он еще не принял разбитое отчетное значение. Вот как-то так, коллеги. Давайте то, что я сказала, теперь посмотрим на следующем слайде в виде описания поформульно, да, а потом это сделаем в Excel. Для того, чтобы нам в Excel произвести расчеты,
Одну минутку, я вам чат кину сейчас ссылку. Вы по этой ссылке можете скачать файл, который я буду заполнять, если хотите заполнение делать со мной в параллель, да? То есть со мной работать в параллель. Я вам кидаю ссылку в чат, вы по ней пойдете и скачаете файл. Если вдруг что-то не пойдет, не так, не откроется файл, так, сейчас я отправлю всем одну минутку, то обязательно пишите. Есть. То, что мы сейчас с вами будем видеть на слайде, смотрим сейчас на слайды, да, мы это еще и посчитаем в Excel. Много времени это не займет, но я думаю, тем не менее, этот метод, он очень полезный, он у вас останется на будущее. И вы можете этот метод применять абсолютно к любым моделям в своей работе. Итак, на слайде у нас факторная модель. Z – это затраты. Затраты прямые и материальные по какому-то продукту и касательно какого-то одного материала, да, какой-то одной позиции материалов. Равны Q – это объем производства, умножить на N. N – это расходная норма или норма списания материалов производства на один продукт. Там нам нужно, ну, не знаю, 20 грамм муки, грубо говоря. Вот это и есть N. F – цена списания материалов производства. Или в каких-то случаях мы можем пренебрегать ценой списания и брать цену, последнюю закупочную цену. Так тоже можно делать. Далее в нашей модели мы расстанавливаем очередность влияния факторов на результатирующий показатель. Q влияет в первую очередь. Почему? Да потому что это уровень деловой активности. Не будет объема производства, ни о каких затратах вообще и речи быть не может. Не к чему будет применить ни расходную норму, ни цену списания. Во вторую очередь влияет количественный фактор N, норма списания. И в третью очередь только лишь ценовой фактор, потому что он не количественный, а стоимостной. Далее начинаем рассчитывать постепенно, поочередно отклонение всех факторов на результатирующий показатель. Отклонение затрат прямых материальных под влиянием фактора объема. Первая подстановка минус вторая подстановка. В каждой подстановке переписываем формулу. Q – объем. Мы его сейчас исследуем, хотим понять его влияние на результат. Поэтому в первой подстановке его берем на отчетном уровне или фактически. Внизу у нас есть подсказка, что такое отчет, что такое базис. Во второй подстановке мы этот фактор берем на плановом уровне, на базисном, чтобы, когда выявлять будем разницу между подстановками, получить дельту этого фактора. Другие факторы у нас тоже, несомненно, должны присутствовать. Они были, от них никуда не деться. Было списание, да, использование материала, была цена списания. Но и в первой, и второй подстановке мы их берем на одинаковом уровне, в данном случае с ноликом, на базисном уровне. Почему одинаково? Да чтобы не получать их дельту, чтобы их влияние на результат, в данном случае их отклонение, было снивелировано. На каком уровне берем те или иные факторы, N и C? На базисном. Почему? А потому что их очередность влияния на результатирующий показатель только после объема производства. Дальше смотрим. Отклонение затрат прямых материалов под влиянием N, нормы расходной. Разница между подстановками даст нам дельту по этому фактору. Q, объем, мы уже берем на отчетном уровне. Он уже успел принять отчетное значение, потому что он воздействовал на результат до расходной нормы. А цена у нас пока еще остается на базисном уровне. И когда мы доходим с вами до цены, рассчитываем отклонение затрат прямых материальных под влиянием цены, третья строка, мы берем и объем, и норму на отчетном значении. А вот по цене нам нужно получить дельту, разницу.
когда мы будем высчитывать разницу между двумя подстановками. Так, коллеги, хочу сейчас от вас получить обратную связь. Все ли нормально со связью? Все ли понятно? Пожалуйста, напишите в чат. Готовы ли переключиться на практику, посмотреть, как я это все посчитаю в Excel? Может быть, кто-то со мной даже будет считать. Да, все видно, готовы переключиться на практику. Так, Наталья, спасибо. От вас вижу плюсик. И на данный момент остается провести такой же анализ по такой же модели, но на примере, да, конкретных цифр. Давайте с использованием конкретных значений, показателей. Так, Оксан, одну минуточку. А вы готовы? Все, я поняла. Спасибо большое. Да. Я ошиблась, думала, не так, Оксана. Есть. Окей, спасибо вам огромное. Так, я открыла, вы видите, мой рабочий стол, таблицу Excel, и сейчас мы ее с вами заполним. Тема «Анализ отклонений прямых материальных затрат методом цепных подстановок». Ну, пока вы еще, наверное, может кто-то готовится, открывает, да, эти наши файлы, я еще вам скажу, что занятия практически, они у нас проходят примерно вот так. Вы работаете на своих экранах или в учебном центре специалист на компьютере, да? Я работаю на своем экране, вы на мониторе, на доске видите, что я делаю, соответственно, вы со мной работаете в параллель. Если вам что-то непонятно, где-то что-то упустили, какую-то формулу не успели записать, не поняли, что я сделала, обязательно спрашиваете, возвращаете меня. Я всегда готова повторить заново, да, остановиться, написать какие-то дополнительные с вами выводы, комментарии. Самое основное, чтобы по результатам нашего взаимодействия, да, вам все было ясно и понятно, и вы смогли это уже отработать дома самостоятельно. Итак, смотрим, у нас есть план, у нас есть факт. Исследуем мы сейчас с вами один только материал, материал А. Что нам дано? Объем производства, расходная норма и цена списания по плану. В ячейке Е5 давайте рассчитаем итоговые плановые затраты. Объем производства, модель уже у нас с вами мультипликативная, умножаем на расходную норму и умножаем на цену списания. 903 – это плановые материальные затраты. По факту получаем показатель. Объем производства фактически 11 тысяч умножаем на фактическую, на фактический расход или удельную материалоемкость и умножаем на фактическую цену списания. Получаем фактические затраты в размере 870 условных единиц. Далее рассчитываем абсолютное общее отклонение факта от плана 870 минус 903. Получаем. Так, один минус должен быть. Угу. Получаем минус 33. Что это такое? Это экономия. То есть мы получили экономию по данному материалу. Мы сэкономили затраты. Относительное отклонение общее. Тем просто. Факт поделим на план, соотнесем с планом. Меньше 100% для затратных показателей – это хорошо. Это говорит о том, что по факту мы не вышли на 100% затраты, да, мы что-то сэкономили. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на цифры, мы пока не проводим с вами пофакторный анализ, но исходя из значения наших факторов, уже можно сделать вывод, за счет какого фактора произошла экономия. Напишите, пожалуйста, в чат. За счет какого фактора мы получили экономию материальных затрат? А я пока наверху подпишу,
что мы делали горизонтальный анализ. Это элементы горизонтального анализа. Отклонение абсолютное, да, и отклонение относительное. Горизонтальный анализ. Цена, 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 да, коллеги, абсолютно верно. Мы понимаем, что экономию-то мы получили из-за того, что по факту цена списания получилась, сложилась ниже, чем мы ее по плану рассчитывали, да, или планировали. Но что касается расходной нормы, мы видим, что списывался материал в производство больше, чем по норме. По какой причине, мы этого не знаем, и как это повлияло на результатирующие показатели, мы не знаем. Но опять-таки можем предположить абсолютно точно, что если бы перерасхода в использовании материала не было, а я сейчас говорю именно вот про эти цифры, вот эту, да, если мы их будем сравнивать, если бы перерасхода этого не было, то экономия была бы не 33 условные единицы, а гораздо больше, согласны? И вот теперь наша задача провести пофакторный анализ. Мы пойдем через подстановки, как по теории, будем рассчитывать разницу и в каких-то случаях даже выводы писать. Итак, отклонение материальных затрат под влиянием объема производства. Давайте первый расчет сделаю я, а дальше вы мне будете как бы помогать. Как вы будете, да, вспоминать, думать, писать, как формулу лучше нам экселевскую заложить, как правильнее и так далее. Итак. Переписываем формулу. Объем умножить на норму, умножить на цену. Мы исследуем сейчас фактор объема производства. В первой подстановке мы его берем фактическим. Во второй подстановке мы его возьмем плановым для того, чтобы получить дельту по нему. Другие факторы мы с вами берем и в первой, и во второй подстановке на одном и том же уровне. Вопрос на каком? Умножаем на расходную норму план и умножаем на цену списания тоже план. Почему план? Да потому что объем производства действует на результатирующий показатель в первую очередь. И на момент его исследования ни расходная норма, ни цена списания еще пока не успели принять фактическое значение. Их очередность пока еще не подошла. Во второй подстановке у нас все то же самое, за исключением исследуемого фактора. Исследуемый фактор, именно объем, мы берем плановым, а другие факторы, как и в первой подстановке, берем плановыми. Рассчитываем разницу между двумя подстановками. 43. Что такое 43? Нам нужно заключение написать. Это благоприятное отклонение или неблагоприятное? Коллеги, как считается? Напишите, пожалуйста. Вот кто со мной работает, очень вам благодарна. Получили мы это отклонение со знаком плюс. Экономия у нас со знаком минус. Наверху мы видим, да, можно сориентироваться. Нет, Ольга пишет, да, неблагоприятное. А еще какие есть варианты? Кто как считает. По модели с вами соглашусь, Ольга. Да, по модели это неблагоприятное отклонение. Тут даже по знаку видно. А по сути, увеличение уровня деловой активности никогда не расценивается как неблагоприятное. Это всегда хорошо, это всегда благо. По модели, да, мы получаем рост затрат. Но этот рост затрат обоснован. Чем обоснован? Да мы стали больше производить, потому что спрос появился, да, мы же не производим ради производства, мы производим ради того, чтобы удовлетворять возрастающий спрос, допустим, или какой-то заказ у нас был дополнительный и так далее. Поэтому вот что касается объемного фактора, я сейчас ничего не буду ставить. Примечание ни N, ни B. Мы знаем, что это рост затрат по причине роста уровня деловой активности, объема производства. Давайте дальше. Отклонение материальных затрат под влиянием расходной нормы. Расходную норму в первой подстановке, исследуемый фактор, мы берем фактическую. Умножаем на объем. А вот объем на каком уровне нам следует взять? Скажите, пожалуйста. По факту или по плану?
Факт, потому что он уже повлиял на результат, Ольга, спасибо, абсолютно верно. Объем у нас уже все стал фактический. Умножаем на объем факт, а цену какую берем? И умножаем на цену, а цена у нас пока еще с вами остается плановая. Верно. Во второй подстановке все то же самое, кроме исследуемого фактора. Расходная норма план умножить на объем факт и умножить на цену план. 946, посмотрите, 946 и такая же, да, именно запись, она у нас уже была на строке выше по диагонали. Почему этот метод и называется методом цепных подстановок? Факторы меняют свои значения последовательно. Рассчитываем разницу между двумя подстановками. Первая минус вторая. 227. А вот здесь что мы должны написать? Благоприятное это отклонение или неблагоприятное? Как считаете? Из-за того, что был перерасход по использованию материала, затраты компании превысили плановые на 227 тысяч рублей или 227 условные единицы. Конечно, это неблагоприятное отклонение. Абсолютно верно. И третье отклонение считаем под влиянием ценового фактора. В первой подстановке цену берем фактическую. Объем производства у нас уже стал фактический. Расход на единичку у нас уже тоже принял фактическое значение. Значит, здесь у нас фактические затраты. Во второй подстановке цена плановая, другие два фактора, фактически и объем производства, и расход на единицу. И вот цена оказала влияние на результатирующий показатель, конечно же, благоприятное. Цена ниже по факту, чем по плану. И благодаря изменению, такому изменению цены, мы получили экономию затрат в размере 303 условных единиц. Хорошая экономия, но перерасход по использованию материала частично эту экономию забрал, да? Эта экономия перекрывала расход по использованию материала. Поэтому общее отклонение, когда мы сейчас с вами выведем по всем трем факторам, мы должны выйти на экономию 33 условные единицы, конечно. Сумма частных отклонений всегда должна быть равна общему отклонению. А вот теперь давайте с вами напишем некий комментарий. Чем этот анализ для нас, аналитиков, может быть ценным и полезным? Я рассуждаю следующим образом. Сделаю сейчас чуть-чуть покрупнее, чтобы вам видно было мои комментарии. Одну минутку. Если бы не благоприятное отклонение, вызванное ценой или ценовым фактором. Опишу я это где? А в той строчке, где мы выявили неблагоприятное отклонение по использованию. Когда мы говорим о том, что допустили некий перерасход материала в цехе на единицу. И вот мы говорим, если бы неблагоприятное отклонение, вызванное ценовым фактором, то компания могла бы получить не экономию затрат 33 условные единицы, а что?
а перерасход. В размере 15 был бы перерасход? Как мы это можем сделать, чтобы нам перерасход сейчас написать? А вот представим, что не было бы экономии по цене. Минус 303 я на какой-то момент просто удалю. И общее отклонение у нас со знаком плюс 270 появляется. Верну назад. Поэтому перерасход бы составил 270 условных единиц. То есть получается, что эта цена спасла, да, она вырулила эту ситуацию. А если бы нет, если бы по цене закупили по старой, то тогда был бы перерасход. Вот к чему привело отклонение, по сути, да, от расходной нормы. И из этих 270 условных единиц, так и пишу, из них только 43, а 43 у нас вот они, условные единицы были бы обоснованы ростом объема. Ростом объема производства. А теперь мы должны с вами подумать, а кто же плохо сработал в данном случае? Кто виноват? Какой центр финансовой ответственности? Да то подразделение, где происходило использование материала. Да, скорее всего, это цех основного производства. Ну, мы с вами так сразу сделали себе заметочку. Вот что-то пошло не так, да, в цехе. Вот они были неэффективные, они плохо сработали. Хорошо, давайте дальше рассуждать. Благоприятное отклонение по цене. Здесь также можно говорить, если бы, так, у меня здесь появилось не то, если бы не, опять-таки не, да, если бы не негативное отклонение по использованию материала, а по использованию это по расходной норме, и если бы не негативное отклонение по использованию материала, то что? То общая экономия затрат могла бы составить не 33, а сколько? Напишите, пожалуйста, в чат. То общая, ну, если хотите, конечно, да, экономия могла бы составить не 33 условные единицы, а 260, абсолютно верно, спасибо большое. А 260 условные единицы, верно. Кто в данном случае хорошо сработал? Кто молодец? Как считаете? А, ну, то, что цех нехорошо сработал, да, они там допустили перерасход по какой-то причине, что-то там у них, не знаю, с руками случилось или еще что-то. А вот кто молодец, вот на первый взгляд, как считаете? Или, может быть, вы совсем другой мне дадите комментарий? Ну, как бы закупка, да, из-за цены. Да, наверное, они какую-то скидку там получили из-за того, что объем увеличился и так далее, как мы с вами полагаем. Вот. Но теперь, ну, что получаем мы, вот имеем по результатам анализа? Смотрите, мы имеем дело с неким комплексным отклонением. Отклонение по использованию материала по расходной норме у нас неблагоприятное, отклонение по цене у нас благоприятное. Что-то чего-то перекрыло, и в итоге мы получили то, что мы получили. А вот теперь давайте как-то эти два этих события свяжем, может быть, в одно, дадим некое предположение, хотя его нужно будет проверить, это только лишь предположение. Возможно, произошло следующее. Отдел закупок в погоне, мы же всех мотивируем, да, все подразделения с вами, на экономию, в погоне за экономией, что сделал? По более низкой цене закупил материал не совсем
благонадежного качества. И здесь уже отдел закупок совсем не молодец, что называется. Из-за того, что в цех поступил материал другого качества, не скажу более, да, более плохого, худшего и так далее, просто другого качества. Цех допустил какой-то необоснованный расход. Хуже того, может быть, был закуплен действительно дешевый и плохой материал. И тогда этот необоснованный расход нельзя было избежать. Не надо было так делать. Вот наша задача – дать предположение, а потом мы это все будем с вами неким образом подтверждать, опровергать, делать запросы. Да? Поэтому напишу, что необходимо проанализировать данные отклонения в комплексе. Для того, а вы пока я пишу, можете написать в чат, что дальше можно было бы сделать, чтобы это наше предположение подтвердить или опровергнуть. Какие дальше действия? Ну, что в голову приходит. Необходимо проанализировать данные отклонения в комплексе для того, чтобы исключить излишнее расходования материалов по причине их низкого качества. Экспертиза закупленного материала. Ну, в принципе, имеет место быть, да, что это за материал. Ну, запрос хотя бы подать. Хотя бы в цехе узнать, возможно, что это был за материал, довольны были им, недовольны. Ну, это уже такие, знаете ли, меры, да, крайние, что называется, проверка профессиональных компетенций. Смотрите, мы же с вами не один материал будем рассчитывать. У нас этот материал мог еще использоваться и в каком-то другом продукте, правильно? Под какой-то другой продукт, возможно, мы этот же материал использовали. И вот там нужно посмотреть, а под тот продукт был у нас перерасход материала по использованию? Если и в другом продукте был перерасход, и еще где-то был перерасход, но точно какой-то не такой материал, да? Вот. А если в других продуктах все с этим материалом было замечательно и отлично, значит, вот эти наши догадки о том, что материал какой-то другой, они просто тогда отметаются. И что-то произошло при производстве конкретно этого продукта, да, вот что-то пошло не так, что называется. То есть вот такие вот суждения аналитические, они тоже позволят избежать какой-то лишней работы. А скидка от поставщика, да, это тоже такая информация, которую можно легко подтвердить, была ли скидка от поставщика за больший объем закупок, или никакой скидки не было. Если скидки не было, а почему цена ниже? Ну, наверное, действительно, какой-то материал совсем другой пришел. Так, коллеги, что еще? Вот в заключение. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте, а я еще вам вот что хотела продемонстрировать. Значит, когда мы писали заключение, мы так или иначе делали отсылку на влияние объема, да? Если бы не то, то тогда бы это, но влияние объема здесь, оно все равно присутствует. Когда мы начали с объемом разбираться, мы не могли дать ответ на вопрос, а благо это или не благо. Что можно сделать, чтобы убрать влияние объема? Как считаете? Подумайте, пожалуйста. Вот в этом нашем расчетике, какое действие можно сделать, предпринять, чтобы влияние объема не рассчитывалось, ушло, исключилось? А обратите внимание, сейчас я в план поставлю фактически достигнутый уровень деловой активности. То есть я поставлю 11 тысяч фактических. В нашей модели уходит влияние объема. Мы делаем отклонение без учета влияния объемного фактора. У нас, конечно, другой размер экономии, но у нас влияние объемного фактора, оно вообще ушло.
И вот когда я поставила 11 тысяч в план, я сделала, знаете, что я применила инструмент гибкого бюджетирования. Затраты даже у нас пересчитались на фактический план производства. Применила инструмент гибкого бюджета. Ну, я верну назад. Так, в принципе, все, что я вам хотела сегодня рассказать, показать. Готова отвечать на все ваши вопросы, но чтобы время не терять, вы их пока, может быть, пишите, формулируете. Я роль Оксане передаю для того, чтобы ей до вас донести другую информацию. Очень важно. Елена Владимировна, спасибо вам большое. Спасибо за теорию. Так. Оксана, вы меня слышите? Да, слышу, слышу. Слышно меня? Слышно? Передаю вам роль. Да, спасибо, спасибо. Слышно меня, да? Так, секунду. Видно, правильно я понимаю? Да, слышно, видно, все отлично. Ага, хорошо, сейчас я просто перейду слайд. Елена Владимировна, еще раз хотела вас поблагодарить. Спасибо вам большое за рассказанную теорию. Практика вообще бесценна. Хотела бы обратить внимание наших слушателей сегодняшних, то есть вот на тех бесценных практических занятиях, которые у вас будут во время обучения, если вы к нам придете, собственно говоря, и будет строиться ваша дальнейшая поиск работы, да, и резюме, и вообще презентация ваша как профессионала работодателю. Ну, а я продолжу дальше немножко про себя, про нашу службу трудоустройства. Я немножко хотела бы рассказать про вообще востребованность сейчас профессии, специальности экономиста-аналитика на рынке труда. О зарплатах, в общем, в финансовом секторе сейчас и о наших сервисах по трудоустройству для наших выпускников. Если появляются вопросы, пожалуйста, точно так же пишите в чате. Я в конце готова буду на них ответить, уделить этому несколько минут времени. Ну, уверена в топ востребованных профессий в финансовой сфере. В 2022 году вошли на первом месте бухгалтер. Далее экономист-аналитик и финансовый контролер. Это те профессии, по которым на данном этапе, вот, ну, скажем так, аналитика свежая, она взята с HeadHunter и SuperJob, с основных сайтов по поиску работы. И, собственно говоря, аналитика показывает то, по каким профессиям сейчас наибольшее количество вакансий находится на этих сайтах. В каких же отраслях сейчас требуются экономисты-аналитики? По последним данным с сайта HeadHunter, на данном слайде приведены данные HeadHunter, работа для экономиста-аналитика в Москве представлена в более чем 3000 вакансий. Это только Москва, это не Московская область и не регионы. В каких областях или отраслях требуются экономисты и аналитики? В первую очередь это финансовый и банковский сектор. Да? Там указано сейчас на HeadHunter более 1000 вакансий. Вторая отрасль – это информационные технологии, системная интеграция, интернет. Тоже заявлено более 1000 вакансий. Ну и дальше примерно в равных долях у нас розничная торговля идет, услуги для бизнеса. Услуги для бизнеса – это и аутсорс, и различная логистика. И далее СМИ, маркетинг, реклама, дизайн тоже уверенно закрепились. То есть это те отрасли, в которых ждут экономистов-аналитиков, да, и там они достаточно часто есть спрос на этих специалистов. Хотела бы немножко коснуться зарплат в финансовом секторе. Как Елена Владимировна уже обозначила, да,
компетенции, связанные с экономическим анализом, востребованы на разных уровнях позиций, начиная от топовых, да, и заканчивая начальными джуниорскими позициями. Ну, вот немножко хотела бы поделиться с вами зарплатами. Зарплатные вилки представлены данными консалтинговой группы HEYS Salary Guide 2022 года. И если говорить о финансовых директорах, да, то зарплаты идут у нас от 250 тысяч до миллиона с лишним, да, но нас касаются больше такие, наверное, middle позиции среднего звена, да, допустим, финансовые контролеры по Москве от 75 тысяч до 220. Финансовые контролеры по расчету производственной себестоимости от 50 до 200 тысяч. Финансовые аналитики от 60 до 180 тысяч, если это международные компании, российские от 40 до 150. Да. Ну и вот внутренние аудиторы в топе, собственно говоря, по зарплатам до 400-700 тысяч. Это все достаточно конкурентоспособные зарплаты, да, и, собственно говоря, востребованные специальности, в большинстве из которых, естественно, тоже требуются знания экономического анализа. Елена Владимировна рассказала много про hard skills, да, или то, что называется, про профессиональные компетенции любого экономиста, аналитика. Я хотела бы немного коснуться soft skills, или то, что называется, мягких навыков. То есть это те качества, которые ведут профессионала по жизни, профессионала, в нашем случае, это экономиста, экономиста-аналитика. Внимательность, самоорганизация, умение аккуратно работать с данными, усидчивость, стрессоустойчивость. Собственно говоря, все здесь представлено на слайде. Чего хотела бы коснуться я, это такого софт-скилса, как проактивность. То есть сейчас в такой изменяющейся ситуации, до этого у нас были карантинные, да, какие-то меры принимали, сейчас идет тоже приобретение новых навыков из-за того, что много сотрудников работают онлайн, развитие идет семимильными шагами, проактивность очень приветствуется в любом секторе, в любой отрасли, среди экономистов, аналитиков в первую очередь. Да, то есть это такое желание самостоятельно обучаться, развиваться и, собственно говоря, проявлять профессиональное любопытство на любом этапе входа в организацию. Желательно это делать уже на начальном, когда вы только пришли работать в компанию. Что касается программ трудоустройства, да, для наших выпускников, чем мы можем вам помочь? Это в первую очередь кейсы, которые мы имеем от работодателей. То есть можно оттренировать свои профессиональные навыки, которые вы получили и знания после обучения у нас. У нас есть бесплатный курс по технологии трудоустройства и составлению резюме. Что это такое? Это бесплатный курс, который проходит онлайн. Проходит он раз в месяц, записаться на него может абсолютно любой соискатель. Да? То есть если вы находитесь в поиске работы, вы можете прослушать этот курс и грамотно составить по нему план по поиску работы. Если курса было недостаточно, да, вы можете обратиться за карьерным консультированием, но это уже только для наших выпускников. Карьерное консультирование веду я, Ребенко Оксана. Я помогаю выстроить карьерный план и оказываю помощь в подготовке резюме. В чем суть подготовки резюме? Если вы учитесь по одной из наших дипломных программ, к примеру, вот по сегодняшней дипломной программе экономиста-аналитика,
и вы осваиваете, естественно, новые компетенции и знания, либо пришли в профессию с нуля, есть смысл переписать существующее у вас резюме с учетом того, чему вы научились у нас на курсе. Вот, собственно говоря, я помогаю сделать ваше резюме сильным с точки зрения приобретения новых навыков по дипломной программе. Мы предлагаем нашим выпускникам вакансии от наших работодателей. Этим тоже занимаюсь я. Вакансии у нас обновляются раз в неделю точно, если не чаще. И мы проводим дни карьеры, обратите, пожалуйста, на это внимание. Дни карьеры проходят у нас онлайн. Мы взаимодействуем с работодателями, они рассказывают про свои вакансии и про работу у себя в организации. Тоже очень ценная, полезная информация для наших выпускников. Немножко расскажу про себя. Да, здесь вот по QR-коду сразу хочу обратить ваше внимание. Вы можете посмотреть, чем занимается отдел трудоустройства, службы трудоустройства в учебном центре «Специалист». И, собственно говоря, здесь просто подробно рассказано, что, по каким вопросам можно обратиться ко мне. Я знакомлю наших выпускников с работодателями и свежими вакансиями от наших партнеров. Помимо резюме, я предлагаю нашим выпускникам обязательно составить сопроводительное письмо, особенно если вы прошли дипломную программу и хотите сейчас трудоустраиваться в новом для себя качестве. Должно быть сопроводительное письмо, и оно пишется с учетом вот как раз новой специальности. Я помогаю это сделать грамотно, чтобы работодатель понял вас, почему вы пришли в новую профессию либо освоили новое направление для себя, и почему он должен взять именно вас на эту работу. Я помогаю подготовиться к собеседованию с работодателем. Мы можем обсудить какие-то основные вопросы, которые работодатель задает на собеседовании, и как на них лучше ответить. Ну и провести совместно с вами анализ рынка труда, то есть найти свою вакансию. Вот что соответствует сейчас вашим компетенциям, знаниям, умениям и навыкам. Хотела бы коснуться еще, здесь немножко информации о том, что вот на бесплатные индивидуальные консультации, еще раз обращаю ваше внимание, могут записаться наши выпускники только на индивидуальные консультации. Записываться можно по QR-коду. Вот, все консультации проходят в онлайн-режиме, в удобном, по телефону, через скайп, как пожелаете, я готова подстроиться. Записаться на онлайн-консультации точно так же можно вот через почту job@specialist.ru. Еще один сервис – это бесплатный курс, которого я уже коснулась, по успешному поиску работы и трудоустройству в период кризиса и карантина. Проводит наш педагог, преподаватель Светлышева Ольга Юрьевна, кандидат юридических наук и консультант по вопросам HR-менеджмента. Здесь сразу обращаю ваше внимание, что ближайшее онлайн-мероприятие состоится уже очень скоро, 11 апреля. Запись точно так же можете по QR-коду пройти. И в чем различие между индивидуальной консультацией и онлайн-курсом? Здесь он идет буквально там где-то около 2 часов, и Ольга Юрьевна помогает не просто сориентироваться на современном рынке труда, но и подготовиться к встрече с работодателем, например, к прохождению психологического тестирования. Иногда работодатели это требуют. Вот, и мы можем объяснить все подробно, как это происходит и как правильно к нему подготовиться. Очень важен опыт Ольги Юрьевны в сфере трудового законодательства. Здесь она подробно рассказывает, как избежать ошибок при оформлении на работу с точки зрения юридических моментов. Естественно, затрагивает вопросы грамотного составления резюме и сопроводительного письма.
Пожалуйста, приходите на наш курс онлайн. Вам будет по окончании курса выслана подробная методические рекомендации, как вот идти прямо поступенчато, искать работу, разработать для себя индивидуальный план. И про дни карьеры, которые проходят у нас в онлайн-формате. По QR-коду тоже можно посмотреть, как они у нас проходят, расписание. И здесь важен формат именно взаимодействия с работодателем. То есть вы уже, получается, в днях карьеры, если к ней присоединяетесь, выходите на конкретного работодателя, можете задать ему интересующие вопросы, расспросить о вакансиях и так далее. Да? Пожалуйста, дни карьеры. Что за вакансии от наших партнеров и где вы можете их увидеть? Наши вакансии обязательно размещены на нашем сайте учебного центра «Специалист». И у нас есть дополнительно канал в Телеграме, да, с нашими вакансиями и группа ВКонтакте. На слайде также представлены крупные наши партнеры, которые постоянно дают нам вакансии. И, естественно, хочу ваше обратить внимание, что приоритет при выборе кандидатов отдается нашим выпускникам в первую очередь. Потому что, как я и говорила ранее, работодатели знают, какими знаниями на высоком уровне обладают наши выпускники. Документы, которые выдаются нашим выпускникам при окончании. Это свидетельство центра «Специалист». Это удостоверение о повышении квалификации, если вы уже состоялись в каком-то направлении как специалист и решили повысить квалификацию, выдается удостоверение. И диплом, да, это третий вот получается у нас документ о профессиональной переподготовке. Это самые длительные курсы. В частности, это курс, про который мы сегодня с вами разговариваем, да, на дне открытых дверей. Это экономист-аналитик. Здесь наши выпускники получают диплом профессиональной переподготовки, соответствующий профессиональным стандартам. Дипломная программа по экономическому анализу, значит, можно по QR-коду пройти, ознакомиться с ней более подробно на нашем сайте. И ближайший курс у нас будет 2-го, ну, то есть, соответственно, с сегодняшнего числа он назначился. И дальше можете посмотреть, на сайте подробно представлена программа по дальнейшим началом групп. Не менее важная информация для всех наших слушателей сегодня, да, кто присутствует на дне открытых дверей. Всем тем, кто сегодня присутствовал у нас, мы и принял решение пройти обучение у нас в учебном центре «Специалист». По данной дипломной программе мы для вас предлагаем сертификат со скидкой 13 тысяч рублей по промокоду. Промокод обозначен здесь ECOAN2022. Воспользоваться сертификатом можно по телефону, когда будете звонить нашему менеджеру, либо когда придете в учебный комплекс на запись на курс. Грант активен будет сертификат сегодняшнего числа по 5 апреля. Пожалуйста, спешите воспользоваться данным сертификатом. Хотела бы обратить внимание то, что курсы по дипломным программам состоят из нескольких блоков. Вот Елена Владимировна обращала уже внимание, что курс по дипломной программе по экономическому анализу состоит из 8 курсов, и между ними, возможно, будут небольшие перерывы. Да? Ну, то есть, вот, вы можете заполнить данные перерывы обучением, к примеру, по soft skills. И
На это обучение вам будет выдаваться скидка от 15 до 25%. Ну, например, вы учитесь на экономиста-аналитика. Там очень важен такой soft skills, да, как умение управлять временем или тайм-менеджмент. Вы можете пройти у нас данный курс, пока ожидаете данный, еще один блок обучения по дипломной программе. Со скидкой, соответственно, от 15 до 25%. Скидка зависит от того, сколько блоков входит в курс по дипломной программе. В данном случае, если говорить о дипломной программе экономиста-аналитика, он состоит из 8 блоков, скидка будет составлять 20% на любой курс по soft skills. Подробно можно точно так же вот ознакомиться, пройдя по QR-коду. Вот. Либо вы можете написать на нашу почту, либо позвонить по общему телефону 780-48-44. Мы отвечаем на любые вопросы. Еще раз хочу уточнить, что вся информация есть у нас на сайте. Если вы хотите пообщаться лично со мной, меня зовут еще раз Ребенко Оксана, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием ждем вас у нас на курсах. Пожалуйста, если вопросы есть, я готова на них ответить в чате. Я так понимаю, что вопросов нет. Я еще раз хотела бы поблагодарить вас, уважаемые слушатели. Пожалуйста, приходите к нам в учебный центр. Мы вас ждем. Уважаемые слушатели, ну что, время нашей встречи заканчивается. Еще раз, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, ответим. Я тоже, в свою очередь, вас благодарю, особенно тех, кто принимал участие, да, в обсуждении сегодняшнем. Надеюсь, что встреча вам была тем или иначе полезна. Что-то осталось, что-то для себя новое услышали, узнали, что-то почерпнули. Спасибо большое. Успехов вам! В учебе, в работе, хорошей недели предстоящей, трудовой. Всего вам доброго. Всего доброго. Спасибо вам, Елена Владимировна. Всего доброго. Вам, Оксана, спасибо. Всего доброго.